выбираем wellness Oriflame. А вы уже сами решите, будете ли вы использовать эту информацию, будете ли вы принимать наши витамины, да, и коктейли, или же вы выберете что-то другое. То есть это ваше право, это ваш выбор. Мы показываем те факты и аргументы, которые помогли нам, которые явились решающими, да, почему сейчас наши семьи пьют именно продукцию Wellness. И об уникальности продукции Wellness, рассказать об уникальности данного продукта, я хочу сюда пригласить одного человека, который... Вы знаете, как ни парадоксально, иногда говорят, ну, яйца курицу не учат. Вы знаете, я знаю этого человека с рождения. То есть я нянчила ее, носила на ручках, но сейчас, то есть раньше бы я сказала, это потрясающая девчушечка, это обалденный там позитивный человечек. Сейчас я шляпу снимаю перед этим человечищем. Человек, который, несмотря на разницу в возрасте, я учусь у нее. Поэтому у вас сейчас есть уникальная возможность услышать информацию от девушки, которую специально приглашали в Швецию, чтобы узнать, что же она такого здесь делает. У нее брали рекомендации, и был снят еще и ролик. Я представляю вам директора компании Oriflame Кулешову Снежану. Спасибо. На самом деле... У меня сегодня очень тяжелая задача стоит рассказать о том, что я безумно люблю, всего за полчаса. Это очень мало на самом деле. И я сегодня буду вам говорить о 10 фактах о wellness. То есть я не буду рассказывать, почему вот вам это надо. Из ролика все прекрасно было вам понятно и еще будет впереди. Я расскажу, почему именно wellness, почему именно для нас. И увижу среди вас подтверждение, я уверена в этом. Итак, 10 фактов, всего 10. Их можно было выбрать гораздо доскональнее, гораздо больше, но всего полчаса. Итак, не будем тратить время. Первый факт об этом продукте, что он родом из Швеции. Ну, казалось бы, ну подумаешь, да, я родом из разумного, и что, я теперь уникальная? Да, я уникальна, что я из разумного. Но человеку с какого-то другого города это ничего не скажет. На самом деле Швеция уникальная страна. Я вчера очень долго... читала вообще про их здравоохранение, я много слышала, но искала подтверждение. Я не имею права сейчас со сцены вам что-то соврать, да? И вот, в принципе, самое главное, что продолжительность жизни там гораздо больше. Да, там огромные инвестиции идут в здравоохранение, там очень дорогая медицина, но при этом, если вы будете там жить хотя бы год, как иммигрант, да, или как это правильно называется, то вы уже можете рассчитывать на то, что какую-то сложную операцию или какое-то сверхлечение вам сделают бесплатно. Медицины сравнивать нашей страны и Швеции сейчас нет смысла. Но там люди живут дольше за счет того, что там самый низкий процент курильщиков вообще в стране. По сравнению с Европой, да, и с нами, соответственно. Там очень высокий процент людей, которые занимаются, ключевое слово, профилактикой здоровья. И знаете, говорить можно очень много, но этот слайд первый, потому что я не один раз была в Швеции и лично глазами своими видела, что такое в их понимании профилактика здоровья. Это когда в школе или вот в садике, да, я общалась с людьми, которые там живут, раздельное питание, в каком плане? У вас дети ходят в школу, что они там едят? То, что дали, то и ешь. Правда? Правда. Там 3 или 4 категории, ну, питание, то есть для детей, которые, скажем так, ну, общая группа, да, там все, что можно, для вегетарианцев отдельно, для людей, которые не переносят лактозу и вот какие-то молочные продукты, им нельзя отдельное питание, и отдельно столы, которые дети вот на диетах, допустим, с какими-то определенными заболеваниями. Представляете, это в государстве так заложено. И эти люди, вторые или третьи в мире, там был сейчас слайд, по потреблению БАД. Хотя они, извините, каждую неделю, раз в неделю у них во всех ресторанах есть, как это правильно называется, не рыбный день, а вот прям свежую рыбу вот вылавливают из моря, вам привозят, при вас ее разделывают, и вы ее кушаете, свежевыловленную. Когда вы последний раз ели свежевыловленную морскую рыбу? А мы ели вообще. Вот, да.
И в этой стране очень активно люди, приверженцы спорта, движения. Когда на улице мы с мамой увидели женщину, которая в конце августа идет достаточно уже тепло одета, ну да, там олимпичка, кроссовочки, а у ребенка маленького, грудничка, видимо, ножки вот голые. Понимаете, сам одетый, ножки голые. Вы представляете мамину реакцию? Это же ненормально, да? Вот так. На самом деле мы потом выяснили, в чем была причина. Так они закаляют свое поколение. Постепенно, приучая к закаливанию. И когда мы столкнулись с проблемой, что нужно было найти капли для носа, потому что акклиматизация прошла не очень успешно, мы потратили целый день в Стокгольме, столица, да, центр, чтобы найти аптеку. Мы ее не нашли. На что нам ответили, что им до сих пор помогают антибиотики первого поколения. На минуточку, в России уже не действует четвертое поколение. И вот оттуда пришел наш продукт. Второе, что самое, наверное, тоже очень велико значимо лично для меня, это сильнейший профессорский состав разработчиков этого продукта. Но первое лицо, которое здесь фигурирует, это Стик Стэн. Вы многие его уже знаете. Но многие из вас не знают, что помимо Wellness от Oriflame, он разработал еще препарат механической компрессии сердца, который называется Лукас. Сейчас этот аппарат, этим аппаратом оснащены все кареты скорой помощи практически в Европе. Не в Швеции, в Европе. Почему? Потому что проблема ожирения касается не только России, не только Америки. Разных стран. Везде есть люди немножечко больше, чем они должны быть. И вот представьте, у такого человека килограмм так 100, да? Остановка сердца. Ему нужно умудриться сделать непрямой массаж, ему нужно умудриться сделать искусственное дыхание. И просто человеческими силами иногда даже вдвоем пробить эту броню жировую, чтобы до сердца достучаться, невозможно. Казалось бы, что здесь сложного? Создать какую-то ерунду металлическую, которая ставится и одновременно делает компрессию сердца и искусственное дыхание. И это может сделать даже ребенок. Но это спасает людям жизнь. А второе его, очень известная на самом деле, разработка – это жидкость, ну, раствор, который позволяет донорскому легкому существовать, ну, иметь жизнедеятельность, да, чтобы к донору попасть, вернее, от донора к пациенту в течение не 2 часов, как это было раньше, а почти 48 часов. Как вы думаете, это значительно увеличило потенциальное спасение вообще в мире? И вот этот человек разработал Wellness от Oriflame, в частности, коктейль. Помимо него, помимо Стика Стэна, здесь принимают участие наши коллеги, огромное количество профессионалов, но здесь самые главные, скажем так, да, которые работают в Лундском университете, это на юге Швеции, которые в Гарварде работают, которые, например, Стив Бартон является человеком, который возглавляет наш институт исследования кожи. То есть он взаимосвязи между старением, да, изнутри и снаружи занимается. То есть это целая коллегия людей, которые имеют действительно образование, опыт не просто работы, а опыт спасения жизни людей. И они работают на нашей серии Wellness. Третье. Самое главное для вас, наверное, это не коммерческий продукт. Я всегда горжусь, и у меня мурашки до сих пор бегают по коже, когда я об этом говорю. Что значит некоммерческий продукт? Вот смотрите, простые законы экономики. Спрос рождает предложение. Знакомая формула? Знакомая. А вот как фармацевтия у нас сейчас распространяется, разрастается, процветает. Сейчас это непосредственно коммерческая вообще точка, да, где люди просто зарабатывают на нас же с вами деньги. Самое страшное, что они не понимают, что они на своих же родных тоже их зарабатывают. Так вот, когда есть определенное заболевание, нужно срочно сделать какую-то волшебную таблетку, которая типа это вылечит. Да? Вы не обратили внимания, как же, вот мне лично жутко, что лекарства стали активно рекламировать по телевидению. С чего вдруг? Ну, заболел, ну да, ну, пришел к врачу, врач знает, что тебе назначить, какие активные компоненты на что должны влиять. Он тебе сам подберет, зачем тебе самому смотреть рекламу. Видимо, для того, чтобы, с учетом того, сколько стоит прием у врача, ты эти деньги сэкономил и пошел сразу же что-то себе купил, а потом все равно пошел к врачу исправлять последствия. Интересная цепочка, правда? Кто в нее попадал? А знаете, что меня больше сейчас всего пугает из рекламы на телевидении? Не то, что там стали очень откровенно показывать какие-то проблемы, прямо уже с прямым текстом, да? А очень много
лекарств стала выпускаться и пиариться молодыми людьми, не в возрасте, от импотенции. Вы не задумывались? Это страшно. Почему? То есть в 30 лет человек уже вынужден это покупать. Ну, по сути своей, нечего кушать в Макдональдсе, все будет нормально. Да? Почему происходит такая активная реклама на телевидении? Потому что уже огромное количество компаний, которые выпускают продукты, они борются за потребителя. Я права? Чего вы такие прибитые сидите? А вот знаете, человеческое нутро, оно так устроено, его нужно с автопилота иногда снимать. Так вот здесь сейчас, в принципе, будут люди, которые с него снялись и пытаются докричаться до других, понимаете, что люди, ну задумайтесь же уже. Так вот, некоммерческий продукт, когда появился уже почти 6 лет назад Wellness, в нашей как бы продаже, можно так сказать, его первые полгода было разрешено приобретать, возможно вообще получить, только директорам высшего уровня, лидерам с бриллианта и выше. Только они могли его пробовать. Мы видели только в интернете, что что-то какое-то там будет wellness, да? Да. Потом через какое-то время разрешено было покупать только консультантам, то есть только зарегистрированным пользователям. Только директорам. Даже директорам, простите, я тогда просто не директор еще была. Вот. Директорам. И только буквально через год-полтора это разрешено было брать консультантам. То есть, по большому счету, здесь все сидят примерно понимающие, да? Ну, кто-то консультант, я вижу многих, кто-то, может быть, нет еще. Но вот если я своей знакомой продам тушь, не продам, а помогу купить, да? Я с нее сразу получу процент за то, что я эту сделку сделала. Ну, 18% сейчас, да? Так вот, когда мы рекомендовали Wellness, мы с него не имели ничего, потому что была одна цена. Одна. И я не имела права его просто так вот взять и сказать, там, например, там, Ольга Ивановна, вы, пожалуйста, вот смотрите, классная вещь, да, там все рассказала, сама еще ничего не знаю, покупайте. Она не могла у меня его купить, она могла только зарегистрироваться и брать напрямую от компании. И только буквально год назад, когда наша компания поняла, что в России люди уже постепенно поняли, что это не страшно, не опасно, я не знаю, какая у них была для этого причина, да, было разрешено уже и выпускать каталоги, и сделали вторую цену, чтобы консультант еще и прибыль какую-то мог иметь. Но, честно сказать, я до сегодняшнего дня регистрирую людей. Я не хочу за это иметь деньги. Я хочу дарить здоровье и возможность своим знакомым и даже незнакомым людям, просто потому что у меня она есть, эта возможность. Так вот, представьте, мы по большому счету с вами огромные счастливчики, что у нас есть возможность брать этот продукт. Его выпускали не для нас с вами, а для больных людей. И разработки велись в течение 8 лет. Стик Стэн очень грамотный человек. Он в трансплантологии, в кардиохирургии имеет стаж около 40 лет. Вы можете взять его книгу «Эгилёза» и все про него прочитать. Это очень доступная информация. Кстати, вы знаете, кто разработал, например, турбослим? Ух, если бы знали... Да? Наверное, именно поэтому никто его не знает. И многих других, кстати говоря, тоже. Так вот, мы знаем, кто наш продукт произвел. Итак, Стик Стэн знает, что человек — это очень серьезная структурная организация. И целиком сразу ему помочь невозможно. Для этого нужно как-то накормить не просто человека, накормить его систему органов. Да? Чтобы система органов накормилась и получила, что ей надо, нужно, чтобы орган получил, что ему нужно, да? Мы от обратного идем. Чтобы орган был здоров, нужно, чтобы были здоровы ткани, из которых он составляется. А чтобы был здоровым ткани и, соответственно, весь человек, нужно, чтобы были здоровы, сыты, правильно накормлены его клетки. Я первое образование имею переводчика-лингвиста. И когда я пришла на первый курс, мне не говорили сразу, бери, читай и переводи. Меня учили буквам, транскрипциям. Потом полгода почти мы мучились всякими вот этими буквосочетаниями, которых у нас в языке нет. Особенно в немецком, это жесть какая-то. А после этого уже слова заучивали, учили, составляли и так далее. Так вот, когда вы едите мясо, кусочек мяса, вы сразу не получаете то, что вам нужно. Нужно, чтобы это мясо сначала накормило вашу клетку, дошло до него.
Но в процессе переработки, в процессе неправильного пережевывания за компьютером, в процессе неправильного сочетания мяса с углеводами, которые мы привыкли, как пельмени, например, кушать, и так далее, мы не позволяем этому куску разложиться до вот тех самых нужных аминокислот, чтобы они нашу клеточку накормили. В итоге где-то вот на этом этапе органа происходит тот поход в любимую комнатку с проблемами, которые потом мизимом решаются. И по факту наша клеточка не получила ничего. Бесполезно покушали, грубо говоря. Вот. А нашей клеточке, в свою очередь, именно нашей клеточке, нужно как минимум 20 аминокислот. 8 из них мы должны получать извне. В основном из красной рыбы, морской. А та, что на подложке, вот так вот, там омега-3 не пахнет уже, поверьте. Так вот, 8 незаменимых кислот, 15 минералов, 12 витаминов как минимум, 7 групп ферментов, полиненасыщенные жирные кислоты – это код клетки. И если что-то из этого в нее не попадает, образуется заболевание. А хроническое заболевание – это когда вот здесь уже все нарушено, и она, бедняга, голодная, сидит на диете много-много лет. И почему, когда wellness начинают наши клиенты пить, да, они через год-два применение его бесперерывно, да, начинают замечать какие-то чудодейственные эффекты, мол, хроническое заболевание прошло. Вот у меня язва практически желудка, она практически была. Сейчас я ей не страдаю. Почему? Потому что у меня налажен баланс, и организм получает клеточки, и желудка, и всего остального получает то, чего было вообще нужно. Соответственно, когда это получается, своим образом, да, заболеванию негде быть, клетка здорова. Рождаются новые здоровые клетки, и уходят заболевания. В этом нет ничего сверхъестественного, и медикаменты в данном случае здесь вообще не нужны. Вот так как он умный, он... Стик стенда, вернемся. Вот. Понимая все это, он знает, что заметил, что человеку, которому, простите, пересаживают легкое, это не просто ранка заживает или там руку сломал, там, да, не дай бог, или еще что-нибудь. Это сложнейшая операция. Он профессионал. Он может часами делать эту операцию, сделать ее идеально, но это будет бесполезно, если человеку не помочь восстановиться. Инородный орган, чужой, простите, ему всадили, да, вот это не его среда, ему нужно помочь адаптироваться. Считайте, что вы переехали, вам нужна поддержка, да? Вот то же самое. И когда в нашей стране капают глюкозку, глюкоза — это быстрый углевод. Ну что, она попала, энергия есть. Но и не с чего строиться, понимаете? Новому органу прижиться не с чего. Вот он это, зная, сделал очень долго, разрабатывал питание, чтобы оно было жидкое, легко усваиваемое. А самое главное, не приносило человеку абсолютно никакого вреда, включая даже аллергию. Потому что в этот момент у человека очень сильно ослаблен иммунитет, ему нужна поддержка. И вот, основываясь на том, что это была такая разработка, она давала огромные результаты, его пациенты довольно быстро восстанавливались. И наши основатели просто тоже у него в клинике проходили обследование. Это шведы, они выбирают лучших врачей. И когда они спросили, а почему об этом не знает весь мир, Стик Стэн сказал, ну простите, я же только врач. У меня нет миллионов и миллиардов, чтобы все это дело грамотно, официально выпустить вообще в мир. Да? На что состоялась сделка? Мы имеем патент, он имеет возможность рассказать миру о своем продукте, потому что в эти разработки вложили средства именно, компания Oriflame. Поэтому не мы его производим, мы имеем возможность, уникальнейшую возможность, этим пользоваться и дарить эту возможность своим знакомым. Исключительно натурально. Соответственно, если человек больной, ему нельзя что-то извне. Ну, принесите ему курочку, да, которая протыкана у нас тут непонятно чем. Без комментариев, что может с человеком быть. Вот я вчера очень долго сидела, выбирала, и то не все влезло. Вот что входит в состав нашей линии wellness, не только в коктейль. А тут получается коктейль, супы и наши батончики, фитоформула. Так вот, зеленый горох, все ели, никто не потравился, если это с огорода домашнего. Никто, отлично, можно нам. Молоко, нормально, да? Яйца, а если тем более домашний, так вообще безобидно, да? Отлично. Что это у меня? Шиповник. Вот скажите, у меня дедушка безумно любит шиповник, умеет его заваривать. Но у меня вечно нет на это времени. Когда мне его заваривать?
а он полезный, я об этом знаю. Естественно, я его не ем. А в коктейле я его пью каждый день. Томаты, спаржа. Вот это единственное, наверное, такое замысловатое слово в нашем рационе. Спаржа, яблоки, свекла сахарная. Всем знакомо? Всем отлично. Дальше, тут идет кардамон. Нет, кардамон. Вот это базилик. Травка такая. Базилик, кардамон, имбирь, черный перец и овсяная крупа. Скажите, здесь есть змеиный яд? Или там какие-нибудь фейхуа, там что-нибудь там еще? Поэтому в условиях того, что Швеция и Россия, они в одной полосе, там березы такие же, как у нас, растут, просто за ними ухаживают лучше, все, что делалось, делалось из компонентов, не чуждых нашему человеку, понимаете? Вот если бы мы это с вами каждый день, как это, без ГМО, как положено, кушали, а тут еще входит красная рыба, а что там еще входит, овес, ну, много других еще наших компонентов, из батончиков в основном, да, апельсинки, вам бы не нужен был наш продукт. Но в ролике полчаса назад вы увидели, что вот эту вот корзину в 50 с лишним килограмм каждый день съедать, ну, это как-то не по карману даже, да? Пятый факт. Низкий гликемический индекс и уникальная формула. Чем уникальна? Скажите, кто знает, что такое сахарный диабет? Не его последствия и не как протекает, а как он появляется. Кто знает? О, вот с этого надо было начинать, да? А почему лечащий врач человеку, у которого сахарный диабет, не рассказывает, как он появился? Ну, чтобы у его детей не было его. Почему в школах и в садиках не рассказывают, что такое сахарный диабет и как его избежать? Можно свою версию расскажу? Я не знаю, как это по-научному, честно. Вот сидящие здесь медики могут меня потом побить, но я, как это я понимаю. Вот есть такая негодяйка хорошая, активная, игривая, называется глюкоза. Знаем, да? Не певица, а сахар, глюкоза. А вот она содержится в большом количестве, и она такая там гиперактивная вся, тусовщица, в продуктах, скажем так, очень вкусных, очень сладких. Ну, например, в шоколаде. Все любят шоколад? Ну, конечно, там такая веселая глюкозка-то живет. Так вот, съедая шоколадку, эта глюкоза, ее как выпускают просто в кровь, и она начинает там на ушах стоять. Это для организма очень опасно. Это может привести к коме, ну, соответственно, с летальным исходом. И зная это, наш организм, он очень грамотный, в нем живет тот самый, скажем, фейс-контроль, да, в виде инсулина. И вот он смотрит, что она вылезла, наглей. Простите. Он ее по башке, а ну-ка сядь, не наглей, успокойся. Ну, в качестве такого транквилизатора выступает. Так вот, представьте, если мы злоупотребляем мучным, сладким, очищенным рисом, например, да, продуктом с высоким содержанием вот этой самой глюкозы, да, вот ГИ у него будет высокий. Вот эта негодяйка, она просто вот на ушах стоит и вызывает такое слово, как, знаешь, привыкание. Ну, вот что ты мне в очередной раз скажешь? Ты вообще кто? И все, и она начинает скакать дальше, стоять на голове. Этот бедолага не справляется, ему нужен ОМОН. И вот тут вот этот процесс называется сахарный диабет. Когда глюкоза привыкла к этому вот выбросу инсулина, и ему нужна помощь извне. И вот эта, кстати, помощь извне в виде препарата, по-моему, очень дорого стоит. И чтобы этого не происходило, нужно кушать больше продуктов, которые имеют плавную глюкозу. Знаете, такое амебообразное, такая, она на дискотеке, ну и хорошо. То есть она не скачет, ей нормально. Так вот наш коктейль имеет очень низкий гликемический индекс по сравнению с бешеной глюкозой, она у него более-менее умиротворенная. Понимаете? И не только как бы она, все, что сладкое там выходит. И инсулину не приходится реагировать. Он просто наблюдает за процессом, как охрана в нашем офисе. И ему спокойно, он просто контролирует процесс. Я сейчас понятно объяснила. Спасибо. Так вот, чтобы не было у нас этого заболевания, достаточно рационно ставить так, чтобы не злоупотреблять сладким. Ну и алкоголем тоже, потому что там еще хуже армия бешеных этих. Вот, в нашем коктейле в одной порции содержится по энергетической ценности целых 7,5 грамм белка. Это примерно как в полутора яйцах, только без желтков, то есть без лишнего холестерина.
Вот. Это углеводы, всего 6 грамм, хотя он очень сладкий, он очень вкусный. Жиров 1,5 грамма, но тех, которые полезны, и не которые идут потом на бляшки в сосудах или там в холестерин, да, тот самый как бы. И по сути, по своей, он всего-навсего весит 65 калорий, это как одно яблоко съесть. Но из яблока всего вот этого вышеперечисленного вы не получите. Поэтому у людей, которые потребность в сладком, наш коктейль помогает это... Сладость получать, но безобидно. Понимаете? Безопасно. И в любом количестве. Но при этом вы получаете тот белок, который помогает вашим мышцам развиваться. Залатывает всякие там неполадки, где вот болезнь прошлась, там, знаете, вот как дорога у нас разбитая. Вот он прошелся, все залатал и так далее. То есть это просто действительно питание. Это не лекарство, это не какой-то там чудодейственный продукт. Это просто еда, хорошая, качественная еда. 6. Высокие стандарты качества. Ну и тут это естественно, да? А вы когда покупаете витамины в аптеках, сколько сертификатов вам предоставляют на них? А если вы берете препарат, например, сердечно какой-то важный? Я тут недавно наткнулась на ролик о... подделках, там, ну, по телевидению его показывали, а я вырезку нашла в интернете. И показывают, как женщина от мелдроната умерла прямо вот в кабинете врача, который ей его колол. Мне недавно тоже приходилось этот препарат пить, и, знаете, у меня до сих пор трясет. Потому что там выявили потом, почему произошло такое. Вместо того, что должно было быть в ампуле, был влит абсолютно другой препарат, который обратным действием работает. И у человека просто... что-то с дыханием произошло, человек просто задохнулся. Представляете, это жизненно важное лекарство, оно стоит больше 600 рублей. На него рекомендация врача идет. Но не врач же виноват, что это прописывает человеку, правильно? И не аптека, по идее, потому что она не может проверить состав. Вопрос, кто в этом виноват? А человека нет. Так я предпочитаю не болеть. И у меня на каждый продукт, который я кладу в рот из категории wellness, и есть сертификат. Причем не только шведской ассоциации нутрициологов, не только рекомендации ассоциации диетологов и нутрициологов нашего российского министерства питания, не только самый высокий стандарт фармакологический, GMP. Там углы должны быть на производстве, в кабинете, где это там происходит все, должны быть углы вот такие скошены, чтобы пыль не собиралась. Зайдите к нам в медкабинет прививку сделать, страшно будет. Мало того, этот продукт выбирают люди, которые известны во всем мире. Вот этот человек, я всегда про него говорю, вы его не знаете, к сожалению, но если введете в интернете по буквам Йохан Хольмсеттер, швед. Ну, там сложно у них всегда. Вот. Ему уже больше, ему уже 65. Но я лично с этим человеком работала целый день в Швеции, когда мы были. Он разработчик нового направления зумба, которое у нас сейчас активно Снежка преподает, и все там уже активно худеют на нем. И у него своя сеть по Европе фитнес-центров, вот где это все пропагандируется. То есть он активный пропагандист здорового образа жизни с помощью вот той фитнес-тусовки, которую он придумал. У него уже огромное количество, там больше 500 000 последователей по всему миру, представьте. И я когда это просто читала, этот слайд, думаю, ну прикольный дядечка там, да, ну что там, нормально, как дедушка мой. Когда я его увидела, мне стало стыдно. Почему? Потому что после первого шоу в час, вот этой вот безудержной зумбы, я поняла, что у меня не очень хорошая физическая подготовка. Он отпрыгал, спустился вниз в гримерную, взял wellness наш, выходит такой веселый, такой, девчонки, ну что, как вы? И стоит. А мы такие, нормально, все хорошо, а нам еще 3 раза так прыгать. Представляете, вот мы еле допрыгали, а он отпрыгал, как ни в чем не бывало. Причем это действительно человек, который не просто себя как-то позиционирует, он действительно так живет, я это видела. Они на велосипеде приезжают на рабочее место, в галстуках, в шлемах, знаете, вот это так забавно. В нашей стране это вы не поняли бы, пока не понимают. Но культура wellness к нам, в нашу страну, приходит именно от таких людей, и я этим очень горжусь. Так вот, Йохан Хольмсеттер. Дальше. В нашей коллегии экспертов новый человек, относительно новый, уже 2 года, с детским wellness работает. Тор Линдберг. Это один из самых выдающихся педиатров Швеции.
Дальше. Наш продукт рекламирует, да, и пропагандирует с помощью своего имени Лилия Подкопаева. Есть еще очень много людей, но самое главное, там у меня больше слайдов, там Ольга Николаевна Григорян есть, которая, собственно говоря, две недели исследовала наш wellness на своих пациентах в клинике, да, как он вообще работает. И они поставили стандарт качества, что наш коктейль — это просто уникальный продукт, и его можно в нашей стране очень-очень вот... Ну, она сама приезжала, рассказывала, как они были удивлены, что наконец-то кто-то это создал. Наталья Николаевна Таран, главный педиатр нашей страны, да? Много этих людей, вы можете в интернете посмотреть. Но самое главное, что неподкупаемо, да? То есть если им всем можно денег дать, пусть что-нибудь там говорят, да? Как все думают. Скажите, пожалуйста, человек, который монарх, то есть не которого выбирают каждые 4 года, а который у него по поколениям, да, идет... правление страной, которая до сих пор действующая королева, то есть это не просто там, да, постоянно у них там революции какие-то, как у нас, а это королева, и в такой стране, которую мы в первом слайде, да, озвучили, она же все эти порядки, как бы, да, устанавливала, то есть понятно, что человек такой гуманный, слишком даже иногда альтруист, и вот представьте, она лично, то есть ее величество, королева Сильвия, действующий монарх стран, вот в Швеции, да, королева Швеции, лично посетила в 2010 году клинику Эгилёса, где наш коктейль разработан был, да? Стик Стэн сделал ей экскурсию, Маркус Якобсон тоже ей там, видимо, улыбался хорошо. Вот, и ее угостили, Мэтт Пол лично сделал, в общем, ей коктейль на основе нашего клубничного шейка, там молоко, по-моему, идет, и с корицей или с клубникой есть этот рецепт. Представьте, каждое утро... Женщина, мужчина, неважно, которые уже поняли, что wellness — это круто, начинает свой день с королевского десерта. Как звучит, да? Да. Так вот, представьте, она свое имя в своей той маленькой-то стране, да, и вообще во всем мире не стала бы позиционировать с чем-то, что могло бы навредить вообще кому-то. То есть, это, я не знаю, можно было предыдущее все, наверное, не рассказывать, мне бы вот этого было достаточно, потому что я понимаю, насколько это серьезно. Не просто картинка, это действительно серьезно. Но опять-таки, много аналогов, казалось бы, но у нашего коктейля аналогов нет. Почему? Потому что это не разрабатывалось для того, чтобы решать проблему, например, похудения, как в Гербалайф, да? Или там турбослим или еще что-нибудь. Это конкретно просто здоровое питание, которое, если употреблять, в определенной порции тарелки, да, поможет еще и активно похудеть, при этом вес не набрать. То есть это не панацея от похудения, да, это просто помощь очень хорошая. Перестроиться на новые привычки. Так вот, смотрите, запатентованная формула есть только у нас. А низкий гликемический индекс, заметьте, даже не во всех. Да? Хотя продукт позиционирует себя вроде бы как для снижения веса. Это уже неправильно. Дальше. Задокументированное клиническое исследование. Слава богу, хоть здесь не обманули. Только натуральные ароматизаторы, заметьте. Высокое содержание омега-3, только у нас. 3 источника протеина. То есть что это такое? Мне, когда спортсмены стараются возразить, мол, я лучше гейнер куплю, да, там банку 5-литровую, и вот как бы буду себя раздувать. Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, ты можешь, конечно, раздуваться, не вопрос. Но для того, чтобы у тебя был прогресс, в любом случае, у тебя организм должен быть какой? Здоровый. Поэтому ты сначала в любом случае себе со здоровьем помоги, а потом уже кали, пей, там не знаю, что хочешь, чтобы тебя раздувало. Это первое. Второе. Все гейнеры, как правило, доступные нашим белгородцам, по цене, я имею в виду, доступные, они максимум двухкомпонентные. То есть там взят белок с двух каких-то вот этих. Да? То есть он не полный набор аминокислот имеет в любом случае, поэтому дополнительно они закидываются еще какой-то ерундой. Так вот в нашем 3, да, по ценовой категории дороговато выходит, если вы на нем качаться хотите, но это должна быть основа вашего питания, чтобы вы получали все то необходимое, от чего потом любой препарат будет давать вам эффект. Ну, даже наш коллаген, он снаружи очень классный, да, он прям превосходный, True Perfection крема, чтобы все сейчас понимали, да, на лицо. Они работают, но если изнутри организм себя чувствует как старушка, там, 80-летняя, бесполезно снаружи что-то наносить. Ну, правда же? Вот то же самое. Поэтому вот эта вся градация, она очень уникальная. И там ряд можно было долго продолжать, но, видимо, в слайды не влазило тех, кто это делал.
Дальше. Самое интересное – доступность информации. Я столкнулась относительно недавно с тем, что разбирала детские витамины, чтобы вот на вебинаре потом рассказать, в чем же их подвохи и какие лучше из аптечных. Так вот, представьте себе такую ситуацию. На сайте, на официальном сайте Пиковита, по-моему, если я не ошибаюсь, дана определенная информация. Я как покупатель, который выбирает витамины, не человек, который разобраться в них хочет, а просто хочет ребенку своему купить, да? Я, значит, это все читаю, понимаю, да, там ничего плохого нет, там все замечательно, все здорово, да, ну подумаешь, там не полный комплект витаминов и минералов, ну ничего страшного, они же там есть, есть, замечательно. Приходя в аптеку, я лично это делала, честно, не обманываю, приходя в аптеку, я как бы уже настроена купить. У обычного обывателя не дойдет просто еще раз посмотреть, что там написано на упаковке, он сразу идет купить, он уже выбрал. И я посмотрела, что на упаковке, причем мне потом обратно с трудом забрали. Мне думали, что я уже купить собралась. Вот. И там написано на обратной стороне, да, как их называют? В общем, короче, ингредиенты дополнительные, да? В виде Е. На сайте их не было. То есть, по большому счету, я пришла домой, я уже купила. Мне уже никто ничего не должен. И только потом я смотрю, что я купила не то, что собиралась. Мало того, на многих других сайтах компаний разных вообще информации о содержании нет. Мне это вообще непонятно, если честно. Что за компания, производство, кто сделал и так далее. Это все важно, когда вы собираетесь давать это своему ребенку, ну, себе соответственно. Так вот, когда у меня сидит человек, особенно из разряда поспорить любящих, неверующих, как будто я его оздоравливаться должна быть заинтересована. Ну, я рассказала, ты же сам выбирай, правильно? Мне вообще все равно, по большому счету, должно быть. И вот начинает со мной спорить. Я говорю, хорошо, не вопрос. Мне вы можете не верить, но вы можете зайти в интернет, ввести Wellness by Oriflame и учитаться информацией, чего там только нет. Вот это слайды из сайта с нашего официального. То есть вы можете зайти в раздел Wellness, и там целый экспертный сайт, целая отдельная страничка, где часто задаваемые вопросы, кто создавал Wellness, что входит в формулу и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, куча отзывов от покупателей, да? Но это только на нашем сайте. Причем там еще для вас распишут, что такое нутриенты, что такое витамины, что такое белки, что такое жиры, чтобы вы хоть немножко понимали, для чего вам вообще это нужно, да? И только потом вы можете уже сделать вывод, а надо ли вам это или нет. Еще и прийти в офис и попробовать. Я думаю, что это очень важно, да? Когда речь идет о том, что мы собираемся в чем-то разобраться. Ну и последний пункт, 10-й, который я зафиксировала. Это выгодно. Вот скажите, человек, который подсажен на билирубин или, например, на инсулин, ему до конца жизни уже теперь нужно это употреблять. Хотя в одну и ту же аптеку, он так опачки приходит, ему говорят, там, такая-то, такая-то, вы вот у нас постоянно покупаете, мы знаем, как это вам жизненно важно, и что сейчас ситуация такая экономическая в стране, давайте мы вам будем каждый четвертый, там, каждый десятый, ладно, дарить в подарок. Где камера? Меня снимают, да? Это ладно. Это лишь бы хотя бы не подделку продали, уже спасибо, да? Так вот, мы понимаем, моя семья понимает уже 6 лет, что нам это нужно. Мы пьем это, едим это, не знаю, как это правильно еще сказать, в течение 6 лет беспрерывно, каждый день. И каждый четвертый, то есть каждый третий месяц получается, компания нам весь наш набор, который на энную сумму получается для всей семьи, дарит в подарок. То есть это та уникальная ситуация, которая в наше время, при кризисах, не кризисах, неважно, очень сильно помогает. Мне ни разу ни хлеб не подарили в магазине. Иногда бывает там сдача, там 5 копеек не хватает. Ну, потом занесете. Спасибо. Вот, ни разу ничего такого не дарили. Наверное, потому что у нас так, может быть, не принято. Да, это может быть коммерчески выгодный ход, но он мне важен, он для меня полезен. Таким образом, получается существенно низкая вообще цена моего здоровья. То есть пачка ПЭКа, ну вот упаковочка ПЭКа, да, где содержится 4 незаменимые для меня витаминки, ну там потом разберем, если интересно будет, и порция коктейля. Стандарт. Стандарт для профилактики, для каждого человека, для ребенка, для взрослого, неважно. Мне обходится примерно в 120 или 130 рублей. Даже меньше. Это если с двумя коктейлями 133 рубля получается. Высчитывали.
133 рубля за две порции коктейля, то есть за 14, за 15 грамм белка, да, такой всей пользы, и за витамины всего 133 рубля на сегодняшний день. Я люблю кофе пить. Очень. Это моя проблема. Так вот, нормальный кофе, чтобы посидеть, у меня уходит где-то до 300 рублей за раз. Потому что нужно обязательно что-нибудь еще взять вкусненького к нему, да? Но если стандартная порция капучино, на минимум 130 рублей стоит. Что в кофе полезного? Поэтому все в этой жизни относительно. И что самое важное для меня, что я хочу, чтобы вы это поняли, что wellness — это философия, это образ жизни, это не просто коммерция. Если бы мы хотели что-то продавать, мы бы не собирали залы людей, не рассказывали бы им, для чего им это надо. Мы бы нашли вкусные обертки, как это делают многие другие, чтобы просто вам его спихнуть, заработать на нем. Ну, я не знаю, по-моему, это кощунственно в условиях того, что нам и так со всех сторон никто нигде не поможет. И, наверное, именно поэтому сегодня здесь много пустых мест в зале. Люди просто не верят, что можно прийти и узнать что-то такое, да, во что трудно будет потом поверить. Но это дело каждого, согласитесь. И самое главное, что wellness и вообще любой здоровый образ жизни, любое вообще мнение и так далее, все закладывается в семье. Бесполезно тыкать ребенку в животик, какой ты толстенький, давай худеть, бегать, если мама при этом такая же. Да, обычно у людей даже животные выдают, какой у них там рацион питания. Это вам честно могу сказать, лично видела. Понимаете? То есть все закладывается в семье. И не надо детей пичкать, бегать за ними с вилкой, говорить, она плакать будет, там на слезы оставляешь, там или еще что-нибудь. Нужно найти подход и способ объяснить ребенку, может быть, в игровой форме, что для него полезнее съесть. Я горжусь тем, что Полинка не знает до сих пор на вкус, что такое гамбургер. И я уверена, что в конкурсе нашем психологическом, который мы по регионам обычно проводим, моя любимая еда, она никогда его там не нарисует. Ни гамбургер, ни картошку фри, даже не пиццу. Роллы еще может, да, но не пиццу. И чаще всего наш ребенок, ну, сестра моя, рисует wellness-коктейль. Мы ее этого не заставляем делать, но она действительно его любит. И это ее здоровая, полезная еда. Так вот, 5 лет уже, ну, почти 6, люди с 54 стран, или уже больше, или 45, я перепутала уже цифры, живут в философии wellness, употребляют этот продукт, оздоравливают друг друга, не болеют практически так часто, как болели до этого. Кто мешает вам? Может быть, хватит уже сомневаться, и давайте начинайте жить на позитивной стороне вместе с wellness и с нашей командой. А я пошла свой сейчас, наконец, перекушу. Спасибо за внимание.